Рыбий жир используется в программах витаминизации детей более 150 лет. Однако о чудодейственных омега-3 жирных кислотах узнали гораздо позже. Зачем омега-3 так нужны нашим детям? Дети рождаются с незрелой нервной системой, и мозг активно развивается первые 6 лет жизни. Происходит миелинизация нервных волокон, активно формируются межнейронные связи, и только к 20 годам нервная система созревает до уровня взрослого. Омега-3 – это строительный материал для миелиновой оболочки нервных волокон. Из омега-3 образуется нейропротектин, который улучшает межнейронное взаимодействие. Это способствует лучшему психомоторному развитию малыша, повышению остроты зрения, а также более высокому уровню IQ. Исследование, проведенное НИИ питания, доказало, что дети 5 лет, принимавшие рыбий жир с омега-3, значительно больше просматривали знаков в психологических тестах, а также на 68% меньше делали ошибок. Исследователи Канады доказали, что прием рыбьего жира снижает количество простудных заболеваний на 58%. Омега-3 улучшает работу транспортных систем кишечника. Микроэлементы, такие как кальций, легче проникают через его стенку. Кости малыша становятся более крепкими. Рыбий жир класса омега-3 снижает вероятность воспалительных заболеваний, таких как дерматиты, заболевания бронхов, которые часто встречаются у наших детей.